Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым расширением. Называется X-Teaser. Реклама в браузере на автомате. Значит, популярный формат рекламы на ваш выбор. Тизер, баннер, посещение. Пройти регистрацию, разместить рекламу. Ну, это по желанию. Ну, пополнять. Это для рекламодателей, друзья. Значит, стартовал этот сайт сегодня. Новости. Переходим в новости. Запуск сервера, сервиса. Сегодня состоялся запуск нашего сервиса. Приглашаем всех к сотрудничеству. 19.02. Помощь здесь, ответ вопросы, друзья. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Разгадываем капчу. На почту вам придет вот такое вот письмо. Пройдете по ссылочке, подтвердить электронный адрес. Я же войду в кабинет и скачаем расширение. Я ничего еще не скачивала. Хочу сделать все в режиме онлайн. Сейчас загрузится. Что у меня появилась капча. Сейчас зайдем. Далее пропускаем. Пропустить. Подтверждаем. Нажимаю войти. И вот я попала в кабинет. Ну, давайте расширение сначала скачаем, потом уже по кабинету пройдемся. Нажимаю скачать. Идем в магазин Chrome. Так, установить. Вот так вот оно будет выглядеть. У меня много расширений, и я благополучно зарабатываю на полном пассиве. Вот я нажала установить при вас. Установить. Ничего сложного нет. И вот оно скачивается. И вот у меня расширение. Как бы я зарабатываю. Недавно выводила мне уже 50 рублей. Я тут максимальная сумма 100 рублей. У меня тут было около 200. Я вот вывела и 100 рублей. Вот оно у меня установилось, друзья. Так, установлено. Активировать. Нужно по значку кликать. Давайте кликнем по значку. И, пожалуйста, вот наш баланс, статистика за сегодня. И здесь можно перейти в личный кабинет, как бы сразу же. Так, далее. Ну что здесь? Вот, смотрите, перейти на сайт и заработать. Ну, пока я не буду ничего зарабатывать, так как обычно расширение. Так, здесь добавить рекламку у нас. Это рекламный счет, это основной счет на вывод. Значит, добавить рекламку у нас. URL, заголовок, рекламный текст, загрузите изображение. Так, без таймера, с таймером. Как бы так, показы в сутки, ну, как бы и страну выбрать. Далее. Баннер то же самое. Посещение. Так, моя реклама. Заработок. Здесь пополнить счет. Это для рекламодателей, друзья. Вкладочка «Вывод». У нас здесь. Значит, вот смотрите, вот такая тизерная рекламка. Видите, вы заработали. Вот у меня уже пошел заработок.
скрыть. Давайте нажмем даже вот сюда. И вот посмотрите, у меня уже баланс пошла, денежка капать. Тизеры пошли. Так. Далее что? Платежные реквизиты Payeer, Яндекс, Киви. Это сейчас я как бы вернусь. Партнерам вкладочка. Так. Здесь нажмем рекламные баннеры у нас. Так. Партнерам вернемся обратно. Здесь ссылочка для рекламодателей, для пользователей. Поделиться в соцсетях. Здесь партнерское вознаграждение и список. Далее личный кабинет, друзья. Настройки аккаунта. Смена пароля, это уже сами. Что у нас здесь? Значит, показывать рекламу такую-такую. Загрузить аватар можно. Выбрать файл, сохранить. Далее смена пароля, управление кошельками. Самое важное, что для нас. Значит, прописываем сюда номер кошелька, какой выбираем, Payeer, Яндекс, Киви. Нажимаем сохранить. Вывод денежных средств. Так, вывод, вывод. Хотела вам показать вывод. Личный кабинет. Так, моя реклама. А вот вывод. Подождите. Вывести. И вот здесь показан вывод. Минимальная сумма вывода на Payeer 1 рубль. Яндекс и Киви от 5 рублей. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Расширение только стартануло. И поверьте, завтра, это уже может ночью, как бы у каждого свое время, вся сеть интернет, все интернет-предприниматели будут уже пиарить этот, как бы это расширение. Вот. Все будут уже, весь интернет здесь будет. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч.